может показаться на первый взгляд. Не помню, я тут засвечусь или нет. Какое? С точку сбирать? Да ты слабый, просто клексил это все. Нет, чтобы играть в нормальную игру. Нормальных разработчиков. Какой нахуй РДР, блядь? Сумасшедший. Просто заруба какая-то, бойня нахуй. Бля, ну то, что вот я свечусь, конечно, тоже грустно. Проехал вообще. Чего не тормознул? Бля, вот эти трупы, конечно, вообще. Далее ты теперь и не проедешь никак. А, мы, кстати, еще совсем в бою. Прикольно. Танк? Да. У меня еще две ракеты есть у меня. Что за машина? Точку забираю. Что, этот челик так и будет стоять? Он?
вообще что это? Ну конечно ж, бля. Не, ну я бился там как лев, типа, я сделал все, что мог. Просто улетающая зенитка на тебя уже, это 247-я, тем более, это довольно жестко. А у меня как бы машины там без приводов, без нормального стаба там. Такое. Да, там радиовзрыватель босс, поэтому там не требуется от тебя никаких действий, ты просто... ведешь ракету к крыше машины, и она сама детонирует. Все, что от тебя требуется. Если мы немедленно не вмешаемся, враг победит. В целом это изи геймплей, довольно-таки себе норовится. Единственное, что их ну, неплохо так понерфили, особенно вот эти ТОЛ-2Б. Тут немного другие ракеты стоят, они чуть-чуть вроде порезультативнее. Особенно по советским кастрюлькам. Но в целом как бы нерф их не очень сильно ощутился. То есть раньше это были прям... жесткие темы, а сейчас, ну, хер знает. Это уже довольно-таки ситуативно. Это хорошо использовать, знаешь, против кого? Против ББМов. Ну, любая легкобронированная техника. Но, в принципе, нормально. Да, этот вот этого всего. В воздухе, не знаю, но у меня еще ни разу ядерку не забивали.